В этой инструкции мы расскажем вам, как зарегистрироваться на сайте DeFi.U и купить сплит-лицензию. Зайдите на сайт DeFi.U. В правом верхнем окне вы увидите кнопку «Sign up». Нажмите на нее. Откроется окно регистрации в Smart Pass. Именно в этой системе происходит регистрация. Заполните все необходимые поля. Имейл, пароль, подтверждение пароля, имя, фамилия, страна, резидентом которой вы являетесь. После заполнения полей вам необходимо согласиться с условиями использования. Прочитайте их внимательно и поставьте три галочки рядом с соответствующими полями в правой части экрана. Обратите внимание на имя спонсора. Оно будет указано над условиями использования. Если оно не совпадает с именем пригласившего вас человека, попросите у него актуальную реферальную ссылку. Указывайте при регистрации действующую электронную почту, к которой у вас есть доступ. Мы также рекомендуем вам переписать ваш пароль на бумагу и хранить его в надежном месте, чтобы не потерять доступ к кабинету. После заполнения нажмите на кнопку «Sign up». Если вы все сделали верно, то на экране увидите сообщение об успешной регистрации и необходимости подтвердить вашу электронную почту. Чтобы подтвердить вашу почту, зайдите в свой почтовый ящик, который указывали при регистрации, и найдите письмо от Smart Team. Если вы не видите письмо во входящих, проверьте кнопку «Spam». Нажмите в письме на кнопку «Confirm Email». Готово! Вы успешно зарегистрировались в Smart Pass. Для перехода на сайт DeFi.U нажмите на кнопку «Go to DeFi.U». В правом верхнем углу нажмите на кнопку «Sign in» и авторизуйтесь. Откроется дашборд. Проскроллив страницу вниз, вы увидите список доступных к покупке лицензий в разделе «Split Licenses». Выберите подходящую вам лицензию и нажмите на кнопку «Purchase». Откроется окно, в котором вам будет предложено выбрать способ оплаты. Выберите «Ultima», подтвердите согласие с условиями, поставив галочку. Нажмите кнопку «Purchase» — «Покупка». В открывшемся окне будет указана сумма в «Ultima» и адрес кошелька, на который нужно перевести указанную сумму. Адрес также будет доступен в виде QR-кода для отправки транзакций с мобильного приложения. Чтобы оплатить, отправьте необходимую сумму на указанный кошелек. Пожалуйста, отправляйте точную сумму, которую увидите на экране. Дождитесь оповещения об оплате. Теперь лицензию необходимо активировать. Для этого перейдите в раздел меню «My Licenses», найдите купленную лицензию и нажмите на кнопку «Activate». Если вы хотите посмотреть историю активации, перейдите на вкладку «Activation History». Если у вас остались вопросы, вы всегда можете отправить их в нашу службу поддержки.